Неделя российского ритейла. Мы продолжаем разговаривать с гостями мероприятия. Андрей, расскажите про вашу компанию и зачем вы сегодня здесь присутствуете. Здравствуйте. Я здесь представляю компанию MD Audit. Мы являемся облачным сервисом для контроля качества розничных сетей и управления операционными процессами розничных сетей. Сотрудничаем с достаточно большим уже количеством клиентов в России и сейчас выходим за рубеж. У нас здесь стенд, и мы здесь для того, чтобы, прежде всего, во-первых, лично познакомиться с большим количеством наших клиентов, некоторых из которых мы никогда не видели вживую, потому что мы облачный сервис и работаем с клиентами, в том числе и за Уралом, в достаточно большом количестве. На данный момент это, наверное, пятый раз, когда мы участвуем на этом мероприятии. Очень рады видеть, что оно становится все более развитым, все больше новых интересных бизнес-кейсов. Также со своей стороны мы прикладываем достаточно много усилий к тому, чтобы пополнить эту копилку, скажем так, успехов, тех технологических достижений, которые российская розница, российские розничные клиенты совершают с использованием современных IT-технологий. Поделитесь своими впечатлениями о деловой программе. Очень насыщенная, очень наполненная фактами. То есть на этот раз очень много практических бизнес-кейсов и очень много интересных докладов, непосредственно направленных и рассказывающих, как реализовать конкретные задачи бизнеса при помощи тех или иных технологий или методов, или там приемов, каких-то лайфхаков. Как вам аудитория форума? Очень, слишком много раз звучит слово «очень», да? Аудитория хорошая, предприниматели, владельцы бизнеса, руководители розничных сетей. То есть это прям вот наша аудитория. Спасибо большое, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Спасибо.